перемирие. Тишина, никто не покупает. Нормальное впечатление. Рабочее. Главное не сдаваться, нет. Вот и все. Знаешь, съемки в военных фильмах? Я сдавался. Вот на память у всех бойцов фильм «Грозовые ворота» про нашу чеченскую войну. Параллельно есть? Ну, ужас есть. Параллели нет, все по-другому. Война. Вам уже пострелять давали, ребята, из чего-нибудь? Ну, я уже настрелялся еще с 8-го года, с Хинва. Нет, здесь я имею в виду. Ну, и здесь постреляли. Успели уже, да? А из чего хотели бы? Он у нас на стопом. Тут, если что, проблем с этим нету. Это где? Так что приехали поддержать, чтобы знали, что там много людей с вами. По-настоящему переживают, волнуются. По-настоящему с вами. Так много вас. Ну да. Тебя туда подальше, да? Стараться вон пить. Просвет. Там как раз можно поднять. Да, да, конечно. Смотри, вот я вот по пониже пулемет. Парень этого не видно. Михаила не видно, загородили пулемет. Все вы поменьше там пристреляете. Все. Все. Хорошо. Как там у вас? Давайте, пап, удачи.